Всем привет! Сегодня у нас два метаба на ремонте. Один BS18L Quick, а другой просто BS18L. Ну, у них, походу, тут двигатели. На одном патрон съемный, а на другом патрон обычный. Патрон я уже, кстати, снял. Вот. Патрон клиент просил поставить какой-нибудь дешманский. Так, здесь у нас это двигатель слышно. Звонил аж. А вот во втором может быть двигатель, а может и не двигатель. Может контроллер. Будем смотреть. Кстати, вот такой большой движочек. Припаянный. По-моему, сюда подойдет от ДТВ-190 двигатель. От Makita. Сейчас проверим. Да, в принципе, это двигатели почти одинаковые, и он сюда подошел бы, но отсюда шестерню никак не спрессуешь, давить некуда. В теории-то можно, но на практике нереально. Ну, точнее, может быть и реально, но не в моих условиях. Поэтому буду заказывать. Ну и давайте вскроем второй. Я думаю, внутри они абсолютно одинаковые. Так и есть. Точно такой же движочек, такой же выключатель, просто отличаются патронами, точнее редуктором. Движочек нагрелся, ох, он не крутится просто вообще. Просто не крутится, поэтому и пищит. О, провернули. Короче, проблема с двигателем. Да, вот он начинает вращаться. Как я не люблю, как устроен этот механизм снятия аккумулятора на метаба, это просто жесть. Короче, два двигателя и патрон. А патрон мы сюда поставим матрикс, и будет у нас метабрикс.
резьба 1/2, бесключевой, 10 миллиметров зажим, подходит, как тут и был. Ну и болт. Туда потом закрутим. Короче, когда двигатели поставлю, соберу их и поставлю нормально. Продолжаем видео по метабо. Пришли двигатели. Двигатели произведены в Китае. На каком заводе, неизвестно. Нигде нет никаких логотипов. Возможно, это, как и у Магиты, делает компания Mabuchi Motors. А может и нет. Ну и наша задача — отпаять от выключателя и припаять на место новый. И открутить также вот этот винт и прикрутить на этот двигатель. Он необходим для того, чтобы двигатель не прокручивался в редукторе. Ну, в принципе, все. Все, двигатели перепаяны. Теперь снимаем стопорные винты и прикручиваем на новую движку. И ставим на место редуктора. Значит, модель 18L, это с обычным патроном. Модель 18L Quick с быстросъемным патроном. И закрываем крышку. Проверяем. И закручиваем патрон от компании Matrix. Здесь готово. Второй. Оба шуруповерта готовы. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.
Всем пока.